Хочу Амини. Настя, привет! Мы сегодня приедем к тебе в гости. Ждешь нас? Да, да. Настя, что, в гости едут? Да, у меня нечего. Ой, давай скорее приготовим. Какое красивое платье! А туфли! Нет! Эти подойдут! Давай! Супер! Вот у меня еще товары для Мини-Маути есть. Да, 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 бегу. Спасибо. Пока-пока. Пока-пока. Настя привезла все к своему домику, где будет встречать гостей. А что это у тебя под красным полотном? Это я сама собирала. Пыльная, старая, наверное, все, да? Да. Какую вкуснятину тут можно приготовить? Сначала шарики надо. Вау, давай. Ой, Мини, ты куда пошла? Куда-то уходит. Вот так, посиди немножко в домике. Настя поместила. Привет, Микки! Давай, Настюш, скорее, а то сейчас гости приедут, а кушать мы им еще не приготовили. Начнем с этого. Ой, какой красивый набор, чего тут только нет. Шашлыки! Шашлыки, да с клубничкой? Соки! О, соки! Яишенка и бутербродики. Вот. Так, а это у нас что? Вкуснота! Я пожарю им вафли! Пожаришь им вафли? Ну, давай! О, прижаренная! Как это такое чудеса? А у меня еще кофе есть! Кофе? Это для Мини Маус! Микки едет. А почему он один едет? Настя, скорее, Мини попала в беду. Скорее на помощь! Скорее, Настюша, нужно помочь обязательно. Поехали, поехали, скорее. Вон она! Мини, Мини! Настя, что случилось? Бедная, ударилась. Малыш. О, у меня есть пластыри. Пластыри? Да. Так будет лучше. А это Миня. Вот наш гадный дом. Приехали. Ну, теперь наших гостей нужно накормить, да? Итак, встречаем повара Настя Маус. Опа! Вау, супер! Сейчас покажу волшебную кухню. Вау, что ты там приготовила? О, вкуснота! Тебе это. С мяском ему, да, с бекончиком. А Мини вот такое вкусное. А для малышки хлопья. Где Микки? Микки пропал. Не знаю, может, отошел куда-то.
хорошая малышка? Напитки. Один для Мини-Маус, один для Микки. Да, только Микки странно у нас нет. Яишенка будет. Смотрите, фокус-мокус. Ой. Вау, супер. Я съем. Ой-ой-ой. Микки, еще одной Микки Маус и еще шашлык забыла. Вау, какая красота, какой шашлык. А Мини где? Микки, Мини. Настя. За то, что ты меня спасла, эти подарки для тебя. Там! Где? Мне сюрпризы! Да ты что? О, Настя, сколько подарков для тебя! Да! Поехали! Шляпа слетела! Так, раздеваемся! Кто застрял? Оп! Там конфеты выпали. О, уже, ух ты! Вау! Вау! Ого! Они разлетелись по всему дому. Язон! Что там? Язон с кошаркой. Вау! Конфеты от Мини Маус. Это, наверное, чаек вызывает. Чайки, идите сюда. О-о, правда прилетели. Давай эту откроем. Давай. Мечтала о такой кассе? Да. Вау, это касса Мини Маус. Она настоящая, электронная. Большой. Ой, такой тяжелый. О, что же там может быть? Это мотоцикл! Вау, повезло. Ну, погнали? Поехали, поехали. Ничего себе, быстрый какой. Вау! Смотри, не врежься. Вот это ты кончи. Вау! Это визитница какая-то? Да. О, можно положить туда твои карточки. А это что? Неужели это права? О, а это паспорт. Ничего себе! У тебя теперь паспорт Мини есть. Вау, какая ты классная! Так. Вау, какой дом получился! Все? Будешь там жить теперь? Ого! Ходящий дом. Понравилось видео, ставь лайк. Ребята, помашите мне, пока! Пока-пока, Настюшка.